информации, которую мне дали. Значит, Air Baltic была дочерней авиакомпанией SAS. SAS это шведская такая есть авиакомпания, SAS. Вот. Это была дочерняя авиакомпания. Вот эта главная авиакомпания SAS, она обанкротилась. В результате чего это непосредственно и повлияло на авиакомпанию Air Baltic, так как она была дочерней авиакомпанией. И когда я поинтересовался, что же будет дальше, и как дальнейшая судьба этой авиакомпании, самолеты тоже принадлежали этой же авиакомпании SAS. Вот. И авиакомпания Air Baltic на сегодняшнее время, значит, на пути решения, где бы взять самолеты в лизинг и возобновить полеты по данному маршруту. Но мы надеемся, что в скорейшем будущем или в ближайшем будущем они все-таки постараются быть самостоятельными, найти в лизинг самолеты и возобновить полеты. Как будет только возобновлена эта трасса, мы обязательно, в любом случае не обязательно, вот в такой большой... Если вас будут интересовать вопросы, можете напрямую выходить на меня, я буду вас информировать о дальнейшей судьбе этой авиакомпании Air Baltic.